слушаю только Джугён. Он слушает только тебя. Сейчас я слушаюсь только ее. Он слушается только ее. Снова будешь твердить, что сделаешь все, что я скажу? Сделает все, что ты пожелаешь. Хан Со Джун. Сладкая парочка. Со Джун, Со Джун. Ну и нафиг вы приперлись, а? Дождешься у меня. Мать честная. Вы в этом собрались идти? Не идите за мной. Пойдет, я каждого закопаю, мама клянусь. Почему? Со Джун, ты чего? Со Джун! Как она посмела пригласить всех, кроме меня? Зачем вообще нужен этот чат? Продвинуться еще? Иди сюда, сюда! Ты друг! Выходи, сказала! Знаешь, сколько я за тебя натерпелась? У меня телефон раскалился от звонков репортеров. Даже в больнице никакого спасения. Думаешь, ты мне так нужен? Иди сюда! Спасите меня, помогите! Иди сюда, сказала! Может, отпустишь? Простите! Что же это, простите? Простите! Она очень больна на голову! Сестренка, я отвезу тебя в больницу, поехали! Пусти. Я сказала, пусти. Просто скажу ее, не хватай меня. Мне вот сказать нечего, так что... Что происходит? Подраться решили? Корова, меня помилуй. One, ready, go. Тебе нужно поесть что-нибудь вкусного. У тебя ведь есть что-нибудь из еды? Она даже... Что? Почему ты звонишь мне? Ходжунджи, что мне делать? Кое-что произошло. Что? Мне приказали голодать. Другие нормально едят контролируемую калорийную еду, особые блюда. Но я единственная, кто голодает. Что мне делать? Что значит что? Это, наверное, потому что тебе должны сделать операцию. О, Джунджи, я же голодная. Я понял, просто ложись спать. Когда я закрываю глаза, это возникает передо мной. Что? Тушеное мясо. Что за наказание мне? Из-за тушеного мяса я не могу уснуть. Ходжунджи.